Дорогие друзья, с каждым годом женщины все больше и больше борются за свои права. И недалек тот день, когда президентами абсолютно всех стран станут именно они. Итак, 2079 год, заседание ООН. Выключи его! Ну а теперь пора к докладу. Первый докладывает Италия. Докладываю! Твой вчера ездил к ней, своими глазами видела. Ну как видела? Хорватия рассказала, а то Румыния передала. А я доверяю ей как себе. Доклад окончен. Стерва. Девчонки, а где это самое главное, которое? Что делаешь? О, Европа. Вот была у тебя вода с газом? Теперь без газа будет. Россия, ваше поведение отвратительно. Чье? Мое? Ты посмотри на флаги Италии и Ирландии. Они же одинаковые. Это как одинаковые? А ну иди сюда, я тебе сейчас покажу. Это не Исландия, я тебе пытаюсь. Нас снимают, выключите свет. У меня флаг украли. Ну не хныть, вот тебе картон как мастер, рисуй флаг. Да не знаю, как мой флаг выглядит. Девочки. Кто-нибудь помнит, какой здесь флаг Хорватии? Нет? Ну и я не помню. Вызывайте полицию. Я уже здесь! Сломался? Полиция Нью-Йорка! Ваш костюм похож на костюм Дукалиса из первого сезона «Улицы разбитых фонарей». Костюмерная ЛГТУ. Мы, конечно, обожаем Танечку, но костюмы надо было поменять лет так 20 назад. Что у вас пропало? Флаг Хорватии. А он у нее вообще был? Я не видел, сами спросите. То есть вы считаете, что у правкома свой флаг есть? У оперотряда флаг есть? У студенческого кураторства флаг есть? Но не даже символ свой есть, яблоко. А мне шиш? А вы знаете, что шиш в переводе с хорватского нет символа и флага? Подождите, вам Порзняков при профоргах торжественно флаг вручал? Ах, это извини, о, у меня такой дебильный флаг, не прямоугольный. Давай мне новый флаг. Сиськов, у нас проблемы. Вы кого-то подозреваете? Ой, все, никого я не подозреваю. Сейчас, уважаемые полицейские, мы сыграем с вами в игру «Кто может понять женщину?». Итак, вы спросили, кого вы подозреваете? Она ответила «Ой, все». Что это значит? Вариант А. Она подозревает Бельгию. Вариант Б. Она никого не подозревает. Вариант С. У нее болит голова. Вариант Д. Она попросту баба. Вариант? Подождите, это еще не все варианты ответа. Вариант С. Вы невнимательнее забыли день рождения ее мамы. Вариант Л. И, наконец, вариант С. А он неплохой, за него и замуж можно. Я выбираю вариант М. Все равно на флаг, лишь бы мужика найти. Хорошо, я принимаю ваш вариант ответа. И это... неправильный ответ. Правильного ответа не
не существует. До встречи ваших 40 со вторыми половинками. Да как же нам понять, что вам от нас нужно? Подождите, мне надо посовещаться с подружками. Может, роллов закажем? Да при чем тут вообще роллы? Ты что, жадный, да? Я жадный. Хорватия, ты флаг дома забыла. Ныня, что ты здесь делаешь? Такой мужчина видный. Все равно, что мне на такой шанс один раз в жизни выпадает. Подождите, вас вроде 5 было. Девчонки, да какой же я жадный. Я же понимаю, что женщины — это самые прекраснейшие существа на Земле, что их нельзя обижать, расстраивать, бить. Ой. Но, как говорил мой дед, один раз втащить все-таки можно. Чертить!